Вы тоже это чувствуете? Махеев. Всем привет, я Яна, и вы на моем YouTube-канале. И со мной сегодня куча прекрасных ребят. Давайте начнем всех представлять. Ваша Маруся! Маша родненькая, Маруська! Саша Монтажник. Гений этой игры. Гений этой игры. Я обещаю, я не буду с ним сегодня спорить. Но ты просто меня не трогай, и все. Егорик. Аслан Шукаша. И Андрей Прокофьев. Ну что, ребята, я недавно, извини, перебью. Да, конечно. Недавно шутка попалась у тебя в рилсе. Про мясную жабу? Очень смешная. Андрюша не любит чай, он больше про кофе. Очень смешная шутка. Реально. Ладно, короче, все знают правила игры, кто здесь присутствует. А сейчас я расскажу правила игры для вас, если вы ни разу не смотрели, но это уже как будто странно. Правила игры «Кто я?». Каждый игрок видит, что загадано на карточках его соперников, но не знает, что загадано ему. Участники ходят по очереди. В свой ход игрок задает вопросы своим друзьям, пытаясь выяснить, кто же он, что ему загадали. Вопросы нужно строить таким образом, чтобы ответить на них можно было только «да» или «нет». Если на вопрос игрока отвечается «да», то игрок может задать еще вопрос. И так до тех пор, пока человек не угадает, кто же у него был загадан. Ну что, мы готовы? Сейчас нам вынесут наших персонажиков, либо предметы, либо слова. Нужно закрыть глаза, да? И вы на нас оденете ободки. Можно я еще скажу, заявление сделаю? Пожалуйста, вот этот сейчас фрагмент вырезайте и флудите Диме Масленникову, чтобы он пришел, кто я. Умоляю, вся надежда на вас. Вот эту вырезку, Дима Масленников, зову тебя в шоу «Кто я» к Яне. Да, пожалуйста, Дим, ну может ты найдешь хоть 5 минут времени? Минут реально, посиди, мы за просто чуть-чуть поговорим быстро. И уходи, пожалуйста. Все, можно заносить. У меня Я что-то даже не ожидал, что настолько будет. Легко? Нет, вообще, ну как это угадать вообще? Ладно, ну что, кто начнет? Давайте с Андрюшей Прокофьевым, раз он сегодня у нас Данзо Кутуро. Эти очки, это не мой выбор. У меня просто очень, ну смотрите, на меня без очков. Да, он хитер сегодня. Очень здесь ярко. Я красив? Да. Хорошо, начал. Я Андрей Прокофьев. Нет. Угадал. Ну ладно, это в шутку было, естественно, сейчас. Я живое? Да. Да. Я действительно существую? Да. Я красивый, я живой, действительно существую. Почему-то все я да я. Я большое? Нет. Ну ладно, давайте финальный вопрос. Я полезен? Ну как сказать? Я, честно, даже не понимаю, ну... Не, ну смотрите, это точно не полезно. А ну польза есть определенная. В чем? В кайф, в удовольствии. Ты пока подумай над всем, ладно, чем мы тебе сказали. Согласен, Аслан. Так, ну я на примере Андрея, я реально существую? Да. Я человек? Да. Какая-то звезда? Да. Ого, так. Я из России? Да. Let's go! Ты идешь без поражений. Это сейчас хорошо идет. Давай дальше. Так, хорошо. Я артист? Да. Вау! Кто я? Я пою? Да. Прикиньте, какой финальный крик будет. А просто все стекла полопают. Я могу сейчас ударить? Прям точечно. Попробуй. Давай. Я... Филипп Киркоров. Нет. Да, блин. Я живое? Нет. Ладно, окей, я большое? Я относительно стиральной машины. Нет. Смотрите, я живой? Нет. Ну. В смысле, нет, не живой. Не живой. В реальном мире же этого нет. Пойдем издалека. Я человек? Нет. Спасибо. Я живое, относительно небольшое. Красивое, не забывай. Да, я еще красив. Я животное? Нет. Вы меня еще не видели. Я мужчина? Да. Ого, так. Как-то слабо было, я думал... Не, будет... он начинает разгончик. Ого. Я вот 40+. Оу, я не знаю. Да. Разве? Может, как-то узнаем точную информацию? Да не, отвечаю, ну 40. Ты не больше 40. Так что ответ нет. У меня не существует, ну не человек. И не существующий в мире. Нет, у тебя без шансов. Нет, почему у тебя не существующий в мире? А, то есть не человек? Да. А это какое-то животное? Нет. Да блин. Меня можно потрогать? Да.
давайте подумаем. Меня можно потрогать. Я меньше, чем стиральная машина. Я есть у вас дома? Да. 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 Я помогаю в быту? Да. 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 Я в ванной комнате? В том числе. Я в одном экземпляре у вас дома? Нет. No. Спасибо. Я фэнтезийный персонаж. Я. Yeah. Меня не существует в реальной жизни. Я. Я существо. Не человеческой формы. Что-то типа человека. Не-не-не-не-не-не. Ну я бы сказал, что он человекоподобный. А, это, короче, Шрек. Отдыхай. Так, ребят, ну я предлагаю, чтобы 7 ноября бункер где-то вышел. Ну, короче, в начале, потому что там еще у меня... Графику. Да. Блин, да. Ян, что-то есть хочется. А ты как, тоже? Давайте закажем самокат. Так, ну вроде этот фильм прикольный, мне его советовали. Только надо заказать перекусить. Сейчас что-нибудь выберу в самокате. Так, да, я уже села в такси. Закажите, пожалуйста, самокат, когда я приеду, ладно? Блин, ты заказал обычный самокат, я же просила продукты в самокате заказать. Блин, капец. Самокат – это онлайн-магазин с доставкой от 15 минут. Там есть продукты, товары для дома, косметические средства и все нужное для комфортного быта. Я постоянно заказываю именно здесь, потому что это быстро и удобно. А еще у них очень вкусные и качественные продукты собственного бренда. Мои фавориты – это орешки со сгущенкой, яблочный шарли, малиновый круассан, анигири с угрем и соусом унаги и гранатовый сок из Азербайджана. Всем советую. А по моему промокоду Яна скидка 150 рублей на первые 3 заказа от 800 рублей. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылочке в описании и оформляйте заказы в самокате. Я забыла свой первый и единственный вопрос. Я не человек, я не живое. Почему ты... Стоп. Ты такой вопрос не задавала. Задай вопрос. Я живое? Да. Я животное? Да. Опа, нащупали. Персонаж из мультика? Нет. Нет. Конкретно четко нет. Я человек? Да. 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 Я человек, который действительно существует. Да. Да. Медийный человек? Yes, да. Yes, конечно. Он поет? Да. Да. Подождите, это что, Филипп Киркоров? No! Я какой-то вот поп-артист вот такой типа. Нет! Кей-поп-артист? Кей-поп. Там еще и не кей-поп. Я не человек и не животное. Но я существую в мире. Конечно. То есть я какой-то предмет. Я предмет. Я какая-то вещь. Ты не угадаешь, забудь. Я не человек, я не животное, и я существую в мире. Да. Но я какая-то неодушевленная штука. Да. Неодушевленная. Да, да, да. Я полезен в быту? Но я есть в быту у кого-нибудь хотя бы? Нет, нет, нет. Ни одного человека? Нет, нет, это не в быту, нет, нет, нет. Нет, это не в быту. Хорошо. Вы мной пользуетесь каждый день? Да. Да. Не то, что даже каждый день, каждый... Круглосуточно, наверное, даже. Мы пользуемся тобой даже на туалете. Мы сейчас тобой пользуемся. Сколько подсказок? Ну, мы берем фейм от тебя. Вот. Реально, тише, не подсказывайте. Я всегда с собой? Нет. No. Нет. Mm. Я фэнтезийный персонаж, не похож на человека. Да. Uh-huh. Я герой фильма. Нет. А, я, значит, животное. Мифическое. Нет. А, такого вопроса не было. Окей, спасибо. Я накачанный. Нет. Ну, если я не попсовик, то по логике я какой-то рэпер, типа. Yeah. Да, да, не да. Трога его. А я часто участвую в шоу? Да. Да. Я такой по телосложению, как бы, крупный, да? Да. Я крупный, да. По телосложению. Ты уже почти, мне кажется, понял. Ну, я понял примерно. Это давай, баста? Давай, не думай. Баста? Нет. Да нет! Блин, ты расстраиваешься так же, как радуешься. Вообще пипец. У меня эмоциональные качели тут. Этот предмет используется на улице. Чаще всего не в быту, а больше на улице. Чё? Но этот объект, это вещь. Мы разобрались, что это как бы вещь. Нет. Это объект. Но я говорил, что это объект. Ну, смотри, это объект, я тоже объект. Камера это объект. Ну, почти все можно назвать объектом. Если это не человек, и если это не живое существо, то что? То что это может быть, если не вещь, неодушевленный предмет? Все, нет вариантов. К сожалению, больше невозможно играть ну, в эту игру. Ну все, тогда как я поиграю, блин, нахрена вы мне просто... Ставь лайк на видео, если ты объект. Ладно, я электрическая, я подключаюсь в розетку. Да. Да. Нет, стоп. Но чаще всего то, не в розетку. То, что у меня нет, здесь. Не в розетку, нет, в розетку. А, я не подключаюсь. Нет, ну она просто задала 2 вопроса. В ее слове было, это что-то электрическое, оно подключается в розетку. Тогда следующий, давай задавай ты тогда. Я герой мемов. Ну вообще да. Ну нет, скорее нет. Не, мемы есть. Не, пускай перезадаст вопрос, пускай перезадаст по-другому немножко. Я мем-герой? Нет. Вернемся к моим двум забытым вопросам. Я животное? Да. Окей. Не мифическое. Я обычное животное? Да. Обычное животное? Я хожу на 4 лапах? Нет. Я
Как популярен в России? Не, ну, нет. В смысле, в России не популярно, по всему как бы. А кто это? Я мужчина? Нет. Нет. Аслан, ну ты уже все на финишной прямой, сейчас будет рык победы, крик победы. Давайте так, вот у него тело такое, ну у него много татуировок. И он такой типа, ну... Ну давай, давай. И у него есть борода? Да. Да! И у него, и он, короче, Тимати. Нет! Да нет! Как можно было задать прямонаводящий вопрос с огромной просто... Все, спи! Ладно, смотрите, ты давай. Ты понял? Нет, я понял, да. Ты понял, кто это? Да. Ну скажи. Скажи. Да? Джиган. Да! Очень быстро, но... У меня есть борода! Поздравляем, ты первый, ты выгнан, и сиди молчи. Это что-то большое? Относительно стиральной машины? Относительно спичечного коробка. Да. Да. Окей, это большое относительно телефона. Да. Это большое относительно планшета. Ну, слушайте, нет, стоп, стоп. А вот тут уже? Бывает по-разному. По-разному. Хорошо, это что-то полезное? Да. Это дорогое? Нет. Это что-то дорогое? Нет. Я для гигиены? Нет. Извини меня, а вот как ты связала вопрос про электричество? Я подумала, что я в ванной и что-то там, не знаю. Если честно, подумала, что я зубная щетка на батарейках. Я не герой мемов, я герой игры. Нет. Нет. Я животное, и я не хожу на четырех лапах. Да. Значит, я хожу на двух да. лапах. Да. А кто, животный ходит на двух лапах? Подождите. Так, ну кролик вряд ли встал и пошел. У рыб хвост. Собака, ну там по ситуации. Господи, оно мохнатое? Нет. Ну. Я не мохнатый. Определили, что я популярный в России тоже, я не мужчина. Значит, собственно говоря, типа женщина, правильно? Так. Ну да. Но не типа, а конкретно женщина. Щенус. Тут при чем? При чем? При чем? Как будто бы прям точечно. Потому что я был на вечеринке P. Diddy. И теперь ты точно не будешь носить белое никогда. Масло у меня не полные карманы. Нет, подожди, это читы. Как ты мог щенус назвать? Ну, самый популярный, сейчас актуальный. Ладно, хорошо, называй. Так, это Бейонсе. Да. Короче, смотрите, давайте так. Это штука, которая на мне, вот что-то, какой-то объект, это мужского рода называется? Нет. Женского, нет. Значит, да? Смотрите, давайте подытожим. Я предмет, которым вы пользуетесь постоянно. Я электрическая, скорее всего, на батарейках. Я пульт? Нет. Нет, к сожалению, не права. Ты бы исправила свое, скорее всего. Я герой мультфильма. Да! Да, Сань! У-ху! Похлопаем! Не, ладно, смотрите, давайте я буду решать как детектив. Кто составлял эти карточки? Дима. А знаете, какие он мультфильмы мог смотреть за всю свою жизнь? Короче, я хочу эдит себе, поэтому я сразу называю, кто это. Это... Пикачу. Да! Да! Как он узнал? Как ты понял? Просто сейчас эдит взорвал ТикТок. Вообще просто гений, Сань. Я представляю, что он своим детям оставит. К сожалению, ваш отец оставил вам 3 эдита. Давайте так. В России такое животное да. есть? Да. Опа! В большом количестве. Это уже не надо говорить. Окей, это животное можно содержать дома? Ну да. Ну нет. Нет, можно содержать. Вопрос, типа... Да кто там? Причем мне, кстати, кажется, что Маруся вот могла бы в теории, типа, вообще запросто. Я почему-то думаю, что Саня Мандажник, наоборот, мог, типа, знаешь, спокойно. Типа, достал чай. Письмо Егорику. Доставляй. Аслан, ты спалил. Доставляй. Это птица? Да. Это сова? Нет. А я думал, сова. Сова доставляет письма. Это находится на поверхности земли, да. То есть не в небе, не под землей, на земле. Это находится у человека? Это в человеке? Нет. Что нужно делать человеку, чтобы он не помер? Ну, работать, жить. Иди ты! Ты дурак, чтобы физически не сдохнуть. Что нужно, чтобы человек... Еда, еда. Это еда? Да. Да! Тебя просто взяли за руку, завели в эту категорию. Я готов признать тот факт, что мне сейчас немного помогли, но я... Немного? Я не подумал про еду вообще. Окей, я предмет, которым вы постоянно пользуетесь, который электрический, который у вас дома. Ты забыла, кстати, один момент. Кто-то говорил, что ты есть в каждой комнате, типа. Есть в каждой комнате в доме. И я электрическая. Угу. Я электричество? Угу. Нет. Лампочка? Да! Да! Браво! 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 Молодец!
Смотрите, я герой мультфильма популярного. Да, очень. Вы смотрели этот мультфильм? Да. 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 Мультфильм студии Pixar. Нет. Друзья, даже не знаю. А со мной могут быть мягкие игрушки? Да. 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 Я голубь. Да. Да. Да! Да! Смотрите, это соленое. Не знаю. В смысле, не знаю. Это нет, это не соленое. Это сладкое. Это сладость. Давайте вы поспорите между друг другом на что-нибудь жесткое, кто из вас впервые отгадает, чтобы интереснее было. Да на поджопник давай сыграем. Давайте на поджопник. Давай на клапан вот такой. Давай, давай, давай. Рисовка. Анимешная? Нет. Нет. Смотрите, эта еда подается на стол, например, обычно первым? Нет. Я не могу. Я яркого цвета. Да. Ну, такого. Этот цвет есть в радуге. Как ты близок, но... Чел, в радуге очень много цветов. Сколько? Ну, посчитай. Нет, скажи. Я не должен тебе подсказывать. Я большой? Не знаю. Нет. Никто не знает. Нет. Если, смотрите, давайте так, если персонаж срисован, как бы вы сами знаете с чего, то это небольшой, ну, как бы небольшой. Если это большой, то странно. Обычный, все, это ответ нет. Ты спросил, я большой, мы ответили тебе нет. Это полезная еда? Да. Так, это полезная, это очень, это сейчас. Это очень полезная еда. Нет, я так не сказал, не сказал. Это какие-то фрукты? Нет. Но ты среди двух, ты одно отсек, значит, да. Что остается? Овощи. Хорош! Яркий цвет, небольшого размера. Я тебе попробую угадать страну. Что ты ему подсказываешь там, алло? А я тебе подсказывал, сиденье под... Ладно, подсказываю, только аккуратно. Так, ну у меня овощ. Yeah. У меня какой-то овощ конкретно. Да. Огурец? Нет. Русский мультфильм? Да! Я... Чебурашка. Нет. Попробуй угадать цвет. Да, цвет. Это что-то яркого цвета. Да. Яркого цвета. Ну, значит, это что-то такого бордово-красного. Нет, нет. Да как? Давай, давай, мы идем. Эмоциональные качели. Давай, давай. Это такой не супер популярный овощ, да? Так, но это не красный цвет. И даже не близко к красному. Близко. То есть это может быть какой-то... Все, теперь ты. Оранжевый, но... А, лошадь из «Богатырей». Да! Да! Наконец-то, на... Лошадь из «Богатырей». Из «Богатырей». Относительно маленький объект. Хорошо, это овощ, который больше огурца. Да. По размерам. Да. Это больше овощ... относительно огурца. Больше, чем помидор. Да. Это овощ больше, чем... Егор, у тебя такой хороший вопрос свекла. Был. Это овощ... Больше, чем... Что там больше свеклы-то? А тыква овощ считается? Да, да, да. Это тыква? Да! Да! Су! Давай ему фофана! Ладно, легкого, брат, по-братски. Давай, если ты угадываешь, то ты со всей силы Егорику сейчас бьешь так. Хорошо, я готов на это пойти. Маша и Медведь. Ну, каждый раз это происходит. Мы снимаем эти видосы уже раз пятый, шестой, и каждый раз... Щелкунчик. Ёп! Я перечисляю все мультфильмы. Мне... Самый популярный на втором месте после Маши и Медведя. А, фикс... Нет, не фиксики. Эти... Не существует мультфильмов популярных. Опиши, внешне как выглядит. Не существует. Маленькие, муравьи что-то. У тебя сейчас не то, что эдиты делают, сейчас их удалять начинают. Муравьишки! Короче, это не супергероика. Какие мультфильмы? А, ну погоди! Блин. Санек, на весь мир, на весь. Ну я не скажу. Они на весь мир популярны. Да. Они? Да. Миньоны. Правильно, это ж русский. Я просто не смотрю русские мультфильмы. Ну мы тоже не смотрим. Гена крокодил. Нет. Мы тоже это не смотрим, но это все знают. Вот смотри, тут все знают, да? Вы все знаете. И даже имя этого персонажа все знают. Конечно. Этот. Так даже детей называют. Это старый советский, да? Нет. Это... Да. Давай форму. Форма, давай. Давай форму предмету. Не человеческая. Нет, не человеческая. Типа насекомого. Типа нет. Давай ударимся в геометрию. Треугольник. Перебирай. Квадрат. Меняй. Круг. Да. Нет. Круг. Как круг по-другому называется? Овал. Есть такие на день рождения. На день рождения что дарят? Шарики. Yes!
правильно. Да лабуди, лабуди, бабудай. Кстати, не факт, что это я знаю. Знаю! Знаю! 100%! Санек, пожалуйста. Шарики? Да, шарики! Барбарики. Нет? Он абсолютно прав! А, эти смешарики! Да подожди, он не угадал, кто он! Никопатыч! Нет! Да вы чего Никопатыч, с этими словами? Мне за вас тупой видосов! Там есть такой мир! Перебирай, по... Я не знаю, как зовут этих смешариков. Крош, крош. Ну что, ребят, давайте еще один раунд сыграем. Давайте закроем глаза, нам ободки кинешь. Пожалуйста. Я уже вижу, у кого будет очень сложно. Ну, у него пи... Саня, его никто не знает. Начинаем. Let's go. Давай, Андрюша, про кофе. Так, я живой? Нет. Я предмет? Да. Я нахожусь чаще всего дома. Ну, скорее, да. Нет, почему? Ну, в общем, есть какое-то место, где я чаще. Нет, такого нет. Я предмет? Нет! У всех предметы. Я предмет? Да. 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 Я большой, как стиральная машина? Нет. Давай. Сань, можем скипать на самом деле. Это как раз таки возрождение меня. Давай. Потому что сейчас я быстро это угадаю. Давай. Это предмет. Нет. Егор уже дал подсказку, я предмет? Да. Ты потому что сказал, у всех предметы. Я сказал, почти у всех. Я нахожусь дома. Нет. А я, кстати, не понял, что там нарисовано. А за... Я угадал вообще? Я тоже, кстати, просто приглядеться надо. Давай, я тебе на ухо скажу. А вот Эдит! Господин ведущий, не выгоняйте, пожалуйста. А мне понравилось брутально сказано. Он сейчас будет смотреть в очки. Сядь, пожалуйста. Мной часто пользуются? Нет. Не часто. По ситуации? Нет. Я злой. Нет. Я бываю на улице? Да. Тут вопрос задан. Бывает? Ну, бывает, да. Ребят, смотрите, давайте так, давайте будем реально, давайте будем реально отвечать, да или нет. Закапывает он себя, не закапывает? Да. Но мы здесь до утра тогда. Получается, я... Ну, я, в общем, не бытовая штука. Да, не бытовая. Да, не бытовая. Я, в общем, про декоратив. Так, смотрите, он сиволк танцует. Так, я живое. Я какой-то... Ну, я человек? Нет, подожди, у тебя был единственный предмет. Единственный вопрос. Я предмет? Нет. Мы тебе ответили. Нет. Так, не подсказывайте. Я разве спросил, я живое, или да, я спросил, я человек? Странно. Да, он странный. Я спросил, я человек. Если ты вопрос. Человек. Да. Я какой-то популярный человек. Да. Да. Он существует в жизни? Нет. Я небольшой предмет, окей. Я электрический. Ты думала опять лампа? Я? Не существую. Да. Да. Да, ты не существуешь. Я герой фильма? Нет. Хотел сказать, герой книги. Блин, обязательно спроси про книгу. Я не нахожусь дома. Герой книги. Я нахожусь на улице? Нет. Мной могут пользоваться дети? Да. Значит, это безопасная история. Ну... Мы ничего не говорим. Не-не-не, ты сам отвечаешь за свои поступки. Больше того, я даже хочу, чтобы ты молчал. У меня есть острые углы? Нет. Вот я как бы работаю от электричества? Нет. Пизд. Представьте просто на секунду вот эту типа историю с электричеством. А вдруг? Я популярен в интернете? Да. Герой фильма? Нет. Так, я предмет, который... можно встретить у вас дома? Нет. Пока думаешь вопрос. А можно монтажера попросить, пожалуйста, вот этот объект, который выше Сани, прикрепить на Сани, на лицо, пожалуйста? Подсказка. Отличная подсказка. И что ж ты понял? Да, Сань, выигрывай. Да, Саша. Сань, выигрывай. Я герой мультфильма. Нет. Я могу хоть продаваться в магазине? Да. А что в нашем мире не продается? Я для общего пользования? Да. Для общего конкретно. Тяжелый вопрос, давай-ка вот еще. Ты с этим предметом, как будто с другой планеты, хочется выслушать твои какие-нибудь условия. Чё, блин? Это никак вообще не подсказка. Это забей, вообще, это... Приколюха от Прокофьева. Мной могут пользоваться дети? Хороший вопрос. Да. Нахуй.
Да? Да. Не, ну могут, потому не, что... Не, могут, конечно. Могут, могут. Я бы, кстати, Андрею ответила, что дети не могут пользу. Дети не могут пользу. Дети, именно сами дети. Но ее обычно пользуются для развлечения. Нет. Нет. Так, меня можно встретить у вас дома? Да, у меня да. У меня нет. У меня нет. Так, ну один да. Ну да, значит, давай да. Про канал. С помощью меня что-то делают. Ну, нет. Я какую-то пользу несу. Нет. Так, получается, я какой-то персонаж, не существующий в жизни, не герой фильма. Соответственно, я герой какой-то книги. Ладно, шучу. Нет, все, был вопрос. Повтор. Повтор. Вопрос был? Я герой мультфильма. Нет. Во мне есть острые углы? Нет. 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 Так, смотрите сюда. Я герой игры. Нет. Я назвал герой фильма, герой мультфильма. Вы сказали нет, нет. Герой книги? Да, еще есть герой кого-то. Определимся с размером. А, я меньше относительно автобуса? Да. Меньше относительно человека? Да. Да. Опа-на. Что-то невообразимое. Что-то невообразимое, да. Типа нет таких вещей в целом вообще. Я могу это увидеть каждый день? Нет. Кстати, мне кажется... Нет. Каждый день точно. Я почему-то такое наитие есть, что это есть у нее дома. Но я... Опа, то есть это может быть дома? Это очень-очень редко. Нет, мы не видим. Нет, мы не видим каждый день. Я есть у вас дома? Да. Да. Да, да. Я бытовой предмет? Нет. Да. Да. Это бытовой это предмет? Это точно бытовой предмет. Я бы ответил да, ему это поможет. Давай другой вопрос. Ответ да тогда, да? Нет. Ну, да, задавай другой. Так, а я из металла? Нет. Нет. Больше, чем стакан? Нет. Реально? Я персонаж, который нарисован графикой? Да. То есть я персонаж игры? Да. Значит, я персонаж игры мужского рода? Да. Персонаж не русской игры? Да. Да. Надо понять жанр игры. Это стрелялка какая-то? Нет. Я меньше стиралки. Да. Я меньше... Что тут помимо стиралки? Я размеру как тыковка? Нет. Нет. Я Дима Масленников. Нет. В смысле нет? А так, ну. Я Дима Масленников. Да! Наконец-то мне дали эту карточку. Дима Масленников, пожалуйста, приди на шоу «Кто я?». Составь компанию, и я хочу, чтобы вот это было на мне в той игре. Давайте, я герой мема. Да! Который, вот, Бу, не бойся, нет, я твой друг. Я тебя не обижу. Слышь, это, смотри. Бу, испугался? Не бойся, подпишись на канал. Давай ты будешь смотреть все наши видео, пока твои глаза не устанут. Не, Бу, не бойся, я твой друг. Я меньше человеческого размера. А мы человеческий размер в каких размерах? Стандарт? Мы по Андрюше, по Андрюше ориентируемся. Пускай я буду, да, единицы измерения. Ну, мне кажется, что бывает прям большой. Дима Масленников, пожалуйста, про помоги. Про форму, про форму. Я круг? Да. Чё, блядь, это пальцем в небо сейчас. Я голубого цвета? Нет. Нет. Спасибо. Фу. Значит, ну, типа, когда вы сказали, что я не из металла, значит, во мне вообще никакого металла нету. Ой. Ну, да. Хорошо, я из пластмассы? Нет. Нет. Охренеть. Так, я твердый. Ты твердый. О, кстати, хороший вопрос. Твердый или жидкий, или мягкий, это хороший нет, вопрос. Нет, это хороший вопрос, дальше я просто... Я себе задам. Тоже такой задам. Я какой-то, ну вот условно, типа, вот такой. Не, больше. Нет, больше? Я из игры Майнкрафт? Нет. Да как, ну? Я сидел, я ждал, я был уверен, это Майнкрафт. Да, я твердая. Егор, а ты да, персонаж да, из ты Майнкрафта? Твердая. Я металл. Нет. Я герой мемов. Да. Сейчас актуален. Нет. Ты разбираешься вот как этот мем, в вот этот мем? Нет. Я мягкая? Нет. Нет. Я твердая? Да. Да. Но как бы само вот название, я бы сказала, нет. Я губка? Нет. Форма у меня не круглая. Да, не круглая. Да, не круглая. Yeah. Я какой-то, ну, такой произвольной формы, типа. Да, произвольной формы, да. Такие предметы все одной формы. Да, да, такие предметы все одной формы. И я такой более вытянутый. Нет. Так, смотрите, давайте разберемся с игрой. Это игра, в котором большой мир. Да. Разве? И графика там хорошая. Нет, не настолько большой, как ты думаешь. Да, нет. Но графика хорошая. Ну, как бы эта игра ассоциируется не с...
Да, графикой. Хорошо, давайте так, давайте так. Это какая-то смешная... Это, короче, персонаж, он типа смешной? Да. Это не GTA 5? Нет. Это не Fortnite? Да все, у тебя нет. Это, нет. Это какая-то... Так у тебя одни нет. Уже одни. У тебя одни у тебя нет. Сплошное нет. Куда ты задаешь вопрос? А, не Fortnite, да, не Fortnite. Не Fortnite. Да, да. Нельзя так спрашивать. Хорошо, ладно. Это старая игра? Да. От 2005. Так вот смотри, это смешной персонаж. И он не главный персонаж в игре. Кто сказал? Главный персонаж в игре? Да. Окей. Ну, я, мне нет сказали, типа. Я в помещении обычно? Нет. На улице. А, я герой мемов старых баянов. Да, 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 да. Ну зачем баян крепить? Ну дайте вы современного мема. Один из самых популярных? Да. Ну да, он очень популярный. Это связано с человеком? Нет. Я связана как-то с гаданиями? Нет. Нет. Понял. Я жидкий? Да. Я подсолнечное масло? Нет. 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 Я твердый еще. А, в целом небольшое. Так, окей. Я понял, что у меня. Что? Subway Surf. Нет. Да с какого... Какого это без очереди? Я думал... Я понял, кто это. Subway Surf. Это мне тогда осознание 18 лет приходит. Я понял, типа, кем это? Ты хочешь быть? Я понял. Я Subway Surf. Я какой-то элемент одежды? Нет. Нет. Меня много на улице? Да. То есть на каждом шагу, направо поворачиваешь? Нет. Нет. Это мем старый. Я мистер Пропер. Нет. Я должен признаться, это я, мистер Пропер. Так, я умею летать? Нет. Я алкогольная? Спирт? Да. У меня вообще тильт какой-то, честно говоря. Давай подумаем, для чего? Давай целевую аудиторию этого предмета найдем. Я для младенцев. Нет. Да Ты думал, соска, погремушка? Да, это соска. Вот можно дальше чуть идти потом. 100% парень. И он, графика такая, как вот фотореализм больше, не мультяшная рисовка. Графика. А, во дворе у вас есть эта херня? Нет, у вас нет. Во дворе? Да в смысле? Ну, у кого как? Это, в принципе, это не во дворе. Нет, не так часто встречаю уже. Реально, смотри, блин. Смотри, какой двор, смотри. Честно, я даже ни разу не видел. Нет, вы еще меня не видели ни разу в жизни. Вы че? Я... Нет, я такая редкость? Я редкость? Нет, нет. А, я не мистер Пропер. Я не человек. Так, я да, какая-то... Так странно, ты спросил, я не человек, да, но ты чем ответили, нет, не человек. Говоришь, я мистер Пропер. Так мистер Пропер не человек. Но он человекоподобный. Да. Ну, то есть мы настолько планы, что у тебя мистер Пропер, мы тебе говорим, нет, это не человек. Хорошо, я вас понял. Если вы хотите негативно этот, со мной общаться, я тоже... Давайте, это герой мемов очень старый. Уже, это реально кринж уже. Сейчас это уже кринж. Да, да. Типа, вот сейчас это в ролик, если вставить, прямо сейчас. То это было... Был кринж замечен, да. Короче, если это старое, то только, знаете, апельсин. Да, 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 да. Какой апельсин? Я любил этого апельсина. Я для животных? Нет. Все, спасибо. Смешно было апельсин для животных. Но я, как жидкость, нахожусь в пластмассе. Ну, не в пластмассе. Нет, Андрей. Я для старых. Нет. Какой у тебя разброс? Я для младенцев, я для стариков. Ну, вот крайности нужно выбрать. Этот персонаж, у него есть какие-то способности? Да. Он дерется? Нет. А, он стреляет? Он, ну, типа дерется. Ну, типа, ну, блин, эта игра такая, ладно. Ладно, дерется, да, дерется? Да. И дерется, короче. Да. Скорее всего. Насколько старый, надо понять, эта игра была на PlayStation 2? Это вопрос к Саше, это вопрос к Саше. Или это был уже на компе? В том числе. Смотри, объясню. У меня сейчас вылетели все старые игры из головы. Я даже не понимаю, насколько старую. Ну, типа, на комп... Ну, КС. Сапер. Тебе, хотя бы есть чего выбирать, а я просто круг. Я на улице пока что. И меня видела только Маша. Ты цветная? Ну, да. А ну, типа, черно-белая? Ладно, хорошо, я яркого цвета. Нет. Значит, черный, для меня черный, это... Я поняла. Как же нам туго сейчас, просто всем, просто... А вы вначале мне сказали, что вы даже ничуть не понимаете, что это. Нет, ну я все сразу... понятно, вообще сразу понятно. Да говори мем любой, который в голову приходит. Ну, у меня приходит в голову итальянец, который смеется. Подумай не так вот, это старый мем, вот это мем, возможно, который бы тебе скинула мама. Ой, троллфейс. Нет, ну, мое предназначение для человека... Да. Я связана как-то со сном? Нет. Были сомнения по поводу того, что есть во мне спирт или нет? Судя по тому, что ты в очках, в тебе спирт есть. Я издаю запах? Да. 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 Я духи? Я бы не был уверен. Нет. Я из железа? Нет. Чего ты соскочил с возрастного диапазона? С целевой аудитории, да. Чего соскочил?
Потому что там я уже перечислять. Ты два раза спросил! Они не железные, но в них есть элемент железа. В них есть, есть элемент железа. Элементы есть? Я сказать, что они железные. А, я не железо, но есть. А, ну да, тогда задавай еще вопрос. Ага. Я тогда, получается, для каких-то, может быть, ну, типа подростков. Да! Да, 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 да. Да, ну да. Для странных. Для подростков. Для подростков. Спасибо. Я для какого-то хобби. Нет. Давай, игра, ну, мужик, главный герой. Самая это очень культовая игра. Да. Популярная очень. Да. Главный герой старой игры. Но не как достать соседа, правильно? Это вообще прям старая. Она очень старая. Она старая. Честно, я вообще не понимаю, что я. Честно, мне даже очень плохо. Не, на самом деле можно догадаться. Это грустный Эдичан. Попробуй выяснить, откуда ты берешься. Меня люди делают. Нет. Оно природой создано? Да, именно. Все, девочка, ожидай. Я вообще не знаю этих баянов. Давай цвет попробуем, давай цвет. Цвет желтый. Нет. Нет. Я для готовки? Нет. Я излучаю запах, во мне, возможно, есть алкоголь. Это какая-то сводка полицейская по Андрею просто. А я ароматизатор. Нет. Нет. Я какая-то игрушка. Да. Да, вот это антистресс какая-то. Да. Да! Let's go. Еще вспомни, там был элемент железа. Так, элемент железа, элемент железа. Итак, наш участник отделяет всего одно слово от победы. Давай, 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 давай. Проиграет или одержит победу? Я попыт. Нет. Дай. Железо! Основной элемент железа есть тебе. Где в попыте? Так откуда я знаю? Нет настроения, опять железный попыт попал. Хорошо, это мультяшный такой паренек какой-то. Мультяшный. Он ярко одет. Да. У него длинные волосы? Нет. Я сотворена природой. Вау. Я пень? Нет. Это вопрос? Пень. Я жаба. Нет. Я создана для развлечений. А? Я для развлечений? Да. Круг для развлечений. Круг для развлечений. Причем слово круг как бы по-другому нужно сказать. Да. Я шар. Вот. Шар для развлечений. Угу. Один существует в мире, больше нет никаких шаров для развлечений. Вот он один, единственный. Это не автомат с вот этой? Нет. В смысле нет шаров для развлечений, ты что, угораешь? Я везде у вас в одной комнате нахожусь. Хотелось бы, Андрю. Типа у всех в спальне нет? Типа у каждого свое местечко для этого. Ну ты уже близок. У тебя же был второй вариант. У тебя был второй, а у тебя был... Там тоже железа нету. А я нахожусь в коробочке или я без коробки? Без коробки. Окей. Старые игры. Какие вот старые игры? Перечисляй старые игры. Старые игры. Если я буду перечислять, я вылечу. Давай. Начни. Assassin's Creed. Да, я круглый год на улице? Нет. Давай, 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 давай. Давай по цвету, нет, реально. Нет, цвет синий? Нет. Шар для развлечений. Но это вряд ли шар, в который человек залазит и вот так вот... Было бы охуенно, но нет. Я понял. Кто? А, нет, желтый цвет. Собака это... Вот это, которая собака. Нет. Это лиса, бро. А, это лиса. Не лиса, а собака, которая... Вы поняли этот баян? Не чучело, не чучело. А покажи еще раз собаку. Я несъедобный. Нет. Да, ты несъедобный. Да, ты несъедобный. Задавай еще вопрос. Мною можно обрабатывать раны? Да. У тебя остается два варианта. Три там. Кетчуп. Это йод? Да! Первый есть! Круг открыт! Стало легко на душе? Скажи, да. оно прям конкретно напрягает. Ой, так тяжело было. Ну, давай. Я не понимаю. Хорошо. Смотри, ты сказал попыт, сказал попыт. Это настолько близко, что пи***. Сквиш! Смотри, еще раз. Старая игра, старая. Да их миллиард! Не типа Assassin's Creed. Я понял, очень старая. Типа Pac-Man. А, не, настолько Марио, что ли, на мне? Да! Но я не думал, что настолько. А у них какая-то вот была семейная вот перепалочка. Сори, простите! Я расту из земли? Да! Нет. Да! Да. Что? Вы что, угораете? Вы сейчас запутаете. Конкретно это? Нет. Понял, что у меня за мем. Хуй мне его дали. Он же вообще, вот зачем? Это этот, Doom. Да! А чего не нравится тебе? Да просто, ну зачем? Это баян. Блин, почему мне крутого мема не дали? Смотри, вот представь, один шар для развлечения, он один существует. Размер. Вспомни еще, я сказал слово штучки. Да я помню. Ну вот, это поможет тебе.
Ладно, Аслан, ты понял, что ты? Ой, ребят, вы ближе к победе, чем я. Нет, смотри, смотри, Аслан, представь, ты заходишь в комнату. Клуб называется «Клуб забытых». И он в топе, он ведет эту всю. А у меня еще не закончилось, алло. Спиннинг. Я не удержался, блин. Но я не сказал слово это, я не сказал это слово, алло. Даже не подсказка вообще. Ну и что ты? Спиннер. Да. Ну я не считаю, что я победил теперь, блин. Зачем? Какие в таком вот могут быть штучки? Смотри, одна большая тоже вот. Представь клуб используемый. Шар для развлечений. Иди скажи шар. Я диско-шар? Да. Я реально диско-последняя. Я диско-шар. Я и природное явление. Нет, вы бы меня видели. Подождите, я нахожусь прямо на земле, валяюсь. Да, но как ты там оказалась? Я падаю с неба, да? Нет. Оно, оказывается, на земле, но не падает с неба. Оно не с неба ну, падает. Ну, значит, откуда оно падает? Из-под земли. Нет. С деревьев? Да. Я листулька, листучек. Вот смотри, этот предмет очень связан с одним мультфильмом. Ой, вот то, что ты назвала, это очень связано с одним мультфильмом. Мультфильмом? Он ключевой элемент в одном мультфильме. Подождите, я какой-то плод. Я плод. Да. Я плод. Плод, груша? No. Яблоко нет, вишня нет. Каштан? О, желудь? Рома? Надо было, да, блогера называть Ромчик. А какой мультфильм? А, ледниковый период. Жестко, ребят, это было ужасно сложно, Катка. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на всех ребят, ссылочки будут в описании. Кроме Егорика, потому что у него так... Ну, а мы погнали снимать новое видео, но пока-пока. Пока!